Дорогие друзья, всем добрый вечер, утро или день, не знаю. Все так же пушу кубки, как-то помешался на этом очень сильно, заинтересовался этим. И сейчас сбил себе график, пушу теперь до самого утра, каждый день, ночью, днем, не знаю, что со мной. Ну, в общем, если вам интересно, пожалуйста, дайте мне про это знать. Поставьте лайк. В общем, сейчас хочу запушить персонажа Эмс на 1000 трофеев. Время 6 утра. Со мной вы вот жаловались, что я Мортиса апал стопами. Вот, пожалуйста, я исправился. Играю с рандомами. Поехали в бой. Стоп-роп и Чигура со мной. Да, пожалуйста. Это напарник Лалью. Я у Лалью все забрал. Сейчас, да, и Мортиса, и кубки, тихо, так, а кто у нас, кто у нас на Мортисе в топ-лидеров? Ага, окей. Так, и кто у нас в тиме? Ага, его напарник. Короче, что я хотел сказать? По поводу Мортиса всего лишь пару слов. Ребятки, да, вы там взъелись в предыдущих роликах, что я апал стопами, все дела. По секрету скажу, топы тоже стопами играют. Нет, они не играют с нубами. Но это исключение, что со мной играли топы. Но больше не повторится, я за больше не повторится, обещаю, обещаю, больше стопами не играю. Только стоп-роп. Ты понял, да, Ром? Вот. Не, на самом деле, я не понимаю, почему вы жалуетесь. Стараюсь для вас записывать классные катки с хорошими, сильными игроками, дабы вы смотрели, вам было интересно. А вы что-то вот, найди себе равных, играй с такими же нубами, как и ты. Да я ж стремлюсь к такому уровню игры. Пытаюсь учиться, как они, играю с ними, чтобы понять, как правильно. Они меня обучают, ну типа, ничего не вижу в этом плохого. Но! Я топ-1 мира на Мортисе. Поехали, как подберусь. И это факт. Это так, к слову. Все, я не выделываюсь. Я просто топ-1 мира на Мортисе. Не, я так не считаю, что я лучше на Мортисе. Я просто сейчас топ-мира на Мортисе. Ну, топ-1 мира, это факт. Я просто топ-1 мира на Мортисе. И Лал, кстати, не смог запушить, да. Он играл с Виталшарком. Вы говорите, ты играешь с топ-тимой, а Лал сам... Понял? Виталшарк, ты не учитываешься уже как игрок. Вот. На самом деле, мне не важно. Я сейчас парочку персов еще запушу и буду дальше открывать сундучки. Не переживайте, не бомбите, все нормально. Не будет больше вот этих каток. Спасибо за катку. Пожалуйста. Так, интересная каточка против нас Шеремета. А против меня 2 джина. Так, ребятки. Так. Ну, против Мортиса мне будет сложно на фланге. Вот что я хочу ну, сказать. Не знаю, я смотрю, он сейчас. Все ничего смотрит. Ну, пока да, пока. Пока. А че вы все. Ага. Да Кагаму, иди налево, что ты делаешь. Кагаму, не бойся. Сейчас. Давай поменяемся. Да, я. Ну да, да, я поймусь. А че мы реально не поменяемся? Я на пингвина должен идти, лол. Блин, кстати, а у вас хорошая мысль возникла. А вы что-то шарите в этой жизни. Хорош, тупо за шкирку его взял, чтоб не снайпил холдика. Не, ну пусть снайпер, но сливает. Не, ну он же пушит, он не факт, что снайпил, он пушит 36к у него. Ну, кстати, тоже можно выиграть. Так. У меня есть что, давай что надо меняться, надо меняться, Кагаму. О, них... наконец-таки заработал. Блин, офигеть. Порт. Чуть-чуть. Бля, отошли гады. Отошли гады. Да, я думаю, продолжить. Топ-роп, ты лучший, да, Джин на Мортисе? Ну, если Джин на Мортисе, то не самый лучший. То да. На, просто по двоим ульту. Равных нету. Шокулер. Найс! Итак, а ну сколько кубков? Давайте посмотрим, сколько кубков. А это, наверное, не этот, да? Фейк или нет? Или вряд ли кто-то обделал фейк? Это нет, но с Мазда играть это не фейк. Типа Мазда его знаком. А, окей. Сейчас, итак, осталось 17 кубков. Сейчас математика, сейчас. Это математика, да? Или это история? Какой это предмет? Сейчас. Физика, сейчас. Не-не-не, по-моему, карта нет. Тоже. Это по 6 кубков, 17. 3, блядь, игры. 3, все. 3 у 6. Как раз 17, во-первых, вот да. Сколько сложилось? Нет, стой. 18.
17. Я рофлю, если не понял. Че ты пятишь? Врубать запись. Стопровый ряда, только не матерись, пожалуйста. В моем же видео. Не, я в видосах вообще стараюсь не употреблять, поэтому. Опа, опа. Да ё! Зависло. У меня тоже там вас лагает. Давай и вас лагает тоже. Да. Тогда это сервер. Серверы такие. Так, смотрите, значит, моя задача сейчас... Не умереть больше 10 раз загадку. Да. Ну, блин, ну Мортис опять на мне, ну чё вы рофлите надо мной? А шо, Ваню включили на стримбете? Тихо, тихо, у меня запись, остальные, пожалуйста, не встревайте. Так. Оп. Помогу. Блин, ты заметил то, что сейчас очень-очень много Мортисов стало последние, не знаю, месяц? Да, снайпят нас, чтоб Мортисом. Нет, нет, вообще что? Мортисов в игре дофига. Их раньше никто особо не брал. Конечно, просто я помню, кто поднялся все таки. Ну, сейчас, смог холдик, сейчас. Могу и я. Да. Как ты влияешь на игровую индустрию? На самом деле, я там ничего не делал. Я пиццу ел, за меня играли мои напарники. Я просто грамотно подобрал команду, вот и все. Да там вообще бот играл. Иногда даже бот за меня отыгрывал. То есть, ну, самое главное было правильно подобрать команду. Я подошел к этому вопросу очень ответственно. Сейчас безответственно подобрал команду, но в любом случае... Ссылка на них в описании. Ссылка на них в описании. Вот. И, как всегда, рофл поймут только они. Да. А ты можешь рассказать о достоинствах своей прошлой команды? Да, они играют без меня и за меня. То есть я ничего не делаю практически. Я даже специально руинил, чтобы они отыгрывали, ну, показывали, как правильно отыгрывать. Вот, и, ну, вот это их достоинство. Ты их тренировал, можно. Хорошо, и за сколько их, где их можно купить? На Алиэкспрессе недорого. Слушай, ну там сейчас скидки вообще идут на топ игроков. Распродажа небольшая. Но я думаю, это из-за того, что кризис. Я думаю, подорожают. Поэтому пока топ за свои деньги. Ну, стоп-проб под пивко пойдет. Лучше не пробуем заушить. Жди страйк. Там непонятно, он просто тиммейт ММА, походу, из-за... Да-да-да. Ну да, он распиаренный от ММА, и... Ну, за бренд я бы не переплачивал. Там, я думаю... Ну, там можно на рынке подешевле взять. То же самое, просто, я не знаю, на кшиздик наклейте 100 проб, и все. Ну, он же будет продаваться, будет, и что в этом плохого? Ну, просто качество одно и то же, а цена разная. Да и... На самом деле, там и даже оригинальный стоп-проб качество уже поношенное. Побегом нормально так. Да не, Роб, ты красавчик, ссылка на тебя в описании, бро. Но Джейсон круче, Джейсон. Хорошо. Итак, против нас огуречик. Мне кажется, они будут это, спин, короче, крутить. Спиннеры сейчас, да, включат? Понятно, как холдик капается, да. Понятно, ясно. Его все снайпят и отдают ему катки. На видос. Арам, ну, я хочу подметить, я сейчас апаюсь не на стриме, вот что важно, да. Но со мной в дискорде сидят стримеры. Да, всем привет. Кто это был? Попробуйте угадать по голосу, кто это, что это за ноунейм. Какой-то заросший... Всем привет, дорогие друзья! Я проблем Котя. Всем стоп, с вами Рофа. Да-да, лучше. Какая-то фигня. А как здороваюсь я? Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас... В смысле, ты хочешь сказать, что я у тебя даже спер приветствие? А как я здороваюсь? Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Всем хай! Всем хай. Не, а как? Все, кот вышел, не выйдет. Фирменное приветствие. Всем болдик, с вами холдик. Что, блин? Что? Всем болдик. Кого? Всем болдик, с вами холдик. Честно скажи, украл, да? Причем я сижу в футболке, только по пояс одета дальше.
Ну, дальше не видно. Болтик. Болтик. Дорогие друзья, я вот сейчас хочу... Пойду в бой. Кого-то апнули на 35-й. А, нет, фух, показалось. Это стоп-проба, случайно. Блин, а чё, Кагаму, мы тебе так и не апнем пчелу, да? Да, потом апнем. Да ладно, с лалом апнешь. Я не апнем. Сочувствую. Только наверное, что у тебя пчелы не будет. Осуждаю. Интересно, лал посмотрит этот видос? Слушай, а как тебя угораздило вообще? Как ты с ним познакомился? Кто? Кого, меня? Да-да. Года два назад в Дискорд меня пригласили. Я с одним типом играл в БС, и он сказал, типа, скачай дис, и сразу добавил меня на сервак. Там сидели он, там чувак раньше играл, Кракен сейчас тоже играет, ну, кто это сейчас? Чемпион, и... А почему из этих всех ты именно остался с Лолом? Ну ты посмотри на него, ты послушай его, ты сейчас говоришь, почему? Он же Чигу Кагамура Кадык... Заткнись, бро. Нет, я имею в виду, что тебя невозможно было пропустить. Очень увлекательная история, ладно, попадется катка, мы поймем. Так, Ребзи, поехали. Да блин! Да ну вы рофлите, блин, до этого отыгрывали, потели тут. Короче, ладно, раз такая катка изичная, я вам покажу, как мы выиграли пацана 1250. Нет. Что? Во-первых, у тебя не сохранится эта катка уже, я вангую. Во-вторых, давай просто еще одну сыграем. Еще одну на 1000 плюс? Ну, так отчет. Давай, окей, я согласен. Не, ну просто, блин, не хочется. Пацаны, спасибо вам, конечно, что вы мне. Ну. Ну не вовремя, да, очень не вовремя. Ну мы бы и так апнули. Ну блин, мы. Давай еще одну катку. Так, ну что, ребяточки, косарь на М с потом и. Потом и кровью. Она. И снайпом, да. С потом и снайпом. Не, на самом деле, отвечаю, ну этот, ну вы верьте, нет, ну это под конец заснапили нас парни. Сейчас я вам покажу, может катка осталась, которая 1250. Ну вы вот видите, мы и сливались, тут разное было. Походу осталось. Разное было, да. Я начинал видос записывать с 1000, смотрите, вот эта катка. У чела 1245, прикиньте, ему одна игра до 35 ранга, и мы его побеждали. Две, я еще раз говорю. А, там же по три кубка, да. Ну что ж, давайте еще одну катку на 1000 плюс. Надеюсь, подберутся топовые челики, чтобы завершить красиво. С вас лайк, с вас подписка, с меня контент. Люблю вас. Целую. Вот вы на меня сейчас попали. И кот зашел. Что? Вот вы на меня сейчас попали. Топовое было бы завершение. Вообще просто шикарное. Странно, что мы не попадемся. Блядь. И мы будем крутиться, Виталь, если попадемся. Не, нормально, отыграем. А какой у вас пик? Эмс, Роза и Джеймс. Ну у тебя справа, ты переигрывать будешь. Ну да, там стоп-проф хули, там как никуда. Так, ласт катка, поехали. Не дай бог снайп, я буду играть, пока не попадем на нормальных. Итак, 1250. О, все, играют. Все, наконец. Нет. В смысле? Смотри, Тара. Нет, не играют. Что не так? Она два раза... Странно, она, по-моему, что-то подергалась. Не-не-не, они не отдают, нормально, они играют, все. Ну, я бы играл, пока не попал бы на нормальных типов. 1250, так 1250. Так. Опа, вот этот джин. Бери джин. Уйди, стоп-роп, что ты на мой фланг лезешь? То есть, я где хочу, там угуляю. Правильно. Я проверяю просто, умеешь ты играть или нет. Понимаю. Петя сказал, нормально Петя... тему закинула? Ну, я не знаю. Оу, сорян. А у него есть этот гаджет? Ульта. Ну, у него должен быть гаджет, заберешь? Но я там не попал. Сейчас пойду сломать. Так, хорошо. Блин, нет, это было очень плохо. Уф, нет, меня тупо, у меня две ульты улетело. Ну, я забайтил на ульту, я сделал полезное дело. Убей.
Так, давай какой-то камбэк. Пойди отдай гемы и закамбэчим. Мы так в футбол играли, ребят. Выигрывали 1-0. Потом ворон подходит к воротам и промазывает. Я беру мяч и забиваю нам. Говорю, не, он заслужил гол. И мы проиграли, кстати. Не, мы выиграли, алло. А, да. Мы выиграли. Ну, притяни тару, что ли. А, да я хотел бы, нет. Не, ну, как бы, да, нафидели ульту, я сейчас нормальный тип. Норм. Так, хорошо. Да, этот стрим. Красава, чуть не умер. Чуть не умер. А, кстати, мы сейчас сольем. Не-не-не, должны затащить. Пацаны. Не-не, этот гем не отдам им, забрал. Только Фрэнк внизу. Это херово, очень. Мы не знаем, что это такое. Если мы знаем, что такое, но мы... Так, пацаны. Так, боже мой. Схилься, я они, пока... Они соберут. Да, соберут. Тихо. Еще гем нужно заставлять. Так, заберешь? Смотри, Тара, чтобы не стянуло. Я обосрался немного. Блин, да как я не попадаю гаджетом? Что за дичь я делаю? Давай, что есть. Нет? Тихо. Ты видел, как я автотазил? Да, видел. Не, я не видел, если честно. Блин, капец. Ну, красава. Не блин, ну я тупо за БТ-катки, конечно, вообще жестко. Затащил, да? Затупил. И я затупил. Нет, тупил. Мне не понравилась катка. Может, еще одну? Как обычно, я соло дал. Не, короче, напарник Лала затащил. Да. Почему? Почему нельзя по нику просто? Плать, вот. Ник снова упоминается. Короче, дорогие подписчики, в общем, еще один персонаж на 30 ранг. Я напоминаю, что я хочу всех персов на аккаунте запушить на 30-й. Вот, ну и кого-то еще, может, одного на 35-й. А может, в будущем вообще буду так фаниться, пытаться отпушить 35-й. Вот, если будет получаться. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на 100 пробика. Давайте ему поможем 100 тысяч добить. А то он бедный хочет, не получается. Всем удачки. Так тебе М слабо на 35-й. Давай продолжай. Поехали. Нажимай. Поехали. Нажимай. Нажимай, Кагаму. Нажми готово. Нет, меня нажми готово. Готово, нажми. Нажми готово. Мне выхнули. А ну это вы увидите в следующей серии. Подписывайтесь и не пропускайте. Всем пока.